Где там под левым берегом, ты помнишь? Мы за Пуджериком. Под левым берегом. А. Да нет, тут проходное, можешь ехать. Так, Паджеро прошел. Теперь у вас. Надо веревку вдвое им свернуть. Тут Нива на подстраховке. 8 на 6. Так, приближаемся к серьезному месту. Тут немножко будет сложнее, чем везде до этого, но я думаю, справятся они. Правый. Ну прямо вот так, как стоишь, так и едь. Как стоишь, так и едь, да. Там, видишь, справа накопано, там Юра накопал. Там я банком будет. FJ-ем. Тебе надо как-то бы... Ой, далеко он уехал. Так, у вас... Да это вообще просто... Ну как это происходит? Это вообще... Тойоты не ехали. Думаешь? Да нет. Просто тренировка. Там же как все, Вован, едь, да и все. Тут очень глубокая колея. Не надо, я уже тут все посмотрел еще 2 недели назад. Что, вот так вот прямо? Я не знаю. Ай-яй-яй. Слетело. Да ну, это невероятно. Вот тебе невероятно. Вот тебе вероятно. На переднем приводе. Тапочки, пацаны. Там мои тапочки. Смотри, тут наводнение, водопад, да. Так, новый маршрут. Тут кто-то проезжал даже по новому маршруту. Офигенно шикарно, блин, на ногах. Ты поедь. На ногах. Говорю, ты поедь. Ёханый бабай. Ёханый. Смотри, какие цветочки тут красивые. Говорит, тут шикарно. Офигеть, шикарно. Не, ну Красную Ниву можем запустить, конечно. Так. Офигенный маршрут. Ну тут такое четкое болото с кочками. Нет, тут есть зацеп, ты понял? Она поедет. Блин, набираю в сапоги. Да. Набрал. Так, а смысл тебе сапогов? Такой прямик. Надо будет слить. Идти, да? Слить воду, ну не знаю. Сейчас посмотрим. Так. Вот такой тут маршрут. Хоть новый, но суровый. Так, ну волнуется, пробует. Давай. Чуть не проехал. Давай. Мои сапоги выливаются. Тут есть за кого лебедиться. Не знаю, хватит, не хватит, но должно хватить. А ты за счет ширины 37-х и на коксе пролетал, да? Да.
Ну, он попал, видно, куда-то в яму, где, говорит Саня, где в Джей сидел. Там Джейка сидел. Ну, срезали весь. Г-образный, все объехали, получается. А Макс проехал бы, наверное, да? Нива может и пролететь за счет веса и блокировок. Ну. Сейчас где-то Нива должна проскочить будет. Так, у вас на переднем приводе. Но с блокировкой. Бери его лебедку, иди за блок, а потом обратно принесешь туда. Так, а у вас поехал по старому маршруту стоковый. И Вова поехал, наверное, к нему. Сейчас будем пытаться к ним дойти. Поменьше набрал воды. По кочечкам. Ну, болото тут настоящее такое. Так, ну нормально шел. Ну, тут две лебедки сейчас и подтянут. Нива опять же без лебедки. И у вас. У Нивы, точнее, она не работает. Ну что тут у вас? Вот это место, где Макса колесо отвалилось. Ровнее бы, Вова. Может сюда, чтобы ровнее. Блин, сломает сейчас Ниву. Да ты на излом его бы сюда, вот понял. Переедешь, может? Ну он в сторону, понимаешь? А что, он не заводится? Видите? Шевелится чуть-чуть. Его незаведенного тяжело будет вытащить. Пацаны уже уехали. Вову сносит в сторону. Да вот я все правильно снимаю сейчас. Ты тогда просто там снимал, как это отрубился, а я тут залетел. Макс видел. Так, Вован хочет на пятачке этом. Ну, Нива коротенькая. На пятачке. Развернуться и подтянем сейчас. Хорошее тут место такое. Чуть-чуть заколдованное. Там у вас пошел уже двумя лебедками. Хорош! Вперед попробуй, поедет! Вперед поедет, Вов! Переехал ты немножко, надо было. Повис. Пробуем, уже лебедка заработала. Ну, пока все. Приехали. Говорит, сейчас будет. Из колеса ты сделаешь лебедку? Так, Вован, какая-то мысль, говорит, сейчас будет экшен. Там суппорт.
это лесо повисло полностью. Так, Вова из колеса делает лебедку. Ну да, как вариант. Нам чуть-чуть надо подтянуться. Не, понимаешь, мы можем выбраться в любом случае. У меня есть хайджек, сейчас мы будем хайджек. Туда-сюда, сейчас ее скинем на бок, как бы. Давай, да? Команды. Ты уже в Ютубе. Кто? Ты? Да. С колесом. И с лопатой. Слышь, ты заметь, мы все время на этом месте. Колесо Макса вот четко на этом месте отвалилось. Хорошее место на обратке, хорошее. Да? Хороший штурман, понимаешь, сказал, тормози. Тормози, сказал. Ну, блин, я не думал, что ты повиснешь. Пазны. Я думал, что ты проедешь. Ну, я проехал бы, если бы не сказали тормози. Да не, она застряла. Я бы скатился бы туда, понимаешь, я как раз вытормозил. Думаешь? Да. Да нет, у тебя кажется. Так а так бы мы лебедку не применили, в смысле нового типа, кто? Нового образца. И я бы не, этого не узнал, что так можно. А хайджек с собой надо возить, у меня он есть. Тоже хайджеком, кстати, понял, что показали, как пользоваться, этого не умею. Ну, если не поможет, это фигня, буду пользоваться. Просто там багажник, если его разгребать надо. Еще надо влево на дерево вывернуть. Не в ту волну. На дерево вывернуть. Не делаю. 5-7-5-1. Так, пробуем. Давай. Чуть сюда, Вов. Чуть сюда. Влево руль. Давай. Оп. Еще чуть сюда, Вов. На меня. Ага, все, давай. И еще чуть-чуть сюда, вот. Все, вот так вот пошел. Еще влево руль еще. Левее, да. Левее, да. Все. Левее все? Не, есть еще чуть-чуть. Ну давай. Нет, я же всего чувствую. Все, давай. Не, может его чуть-чуть уложить, понял? Нормально, лежит прямо. Он сейчас будет, ты, вот делай. Все, вижу. Слетело. Если это все, вот этот по рулю. Да, так все. Да-да. А, подожди, оно не соскочило. А ну, круто не вперед. Подожди секунду, я сейчас переложу чуть-чуть. Оп. Делай. Ага, давай. Еще. Оп. Все, плотненько. Понижения не хватает. Ах, вот тут начинает идти, понял? Давай попробуем вообще на правую сторону нажудить, давай его. Да не, оно не очень хорошая идея. Давай, да, давай хайджек, да? Наверное, Вов. Да не, сейчас поломаешь это, нагрузка большая. Поломаешь, давай. Трансмиссию. Еще. Оп, по-ровному прям. Да. Чуть-чуть левее, Вов. Чуть-чуть как убери руль и держи его. Влево убери и держи. Да, и так. А, да? Все, понял, какая сила там есть. Она сидит на раздатке.
Да. Не, оно на пузе повисло просто. Подожди, стой, давай. Давай. О! Пытаемся столкнуть. Да, хайджекам будет легче. Так, следующий. Вова сделал сантрак из палки. Вон еще одна. Давай, вот три колеса под четыре. Что, готово? Да. Вова хочет, чтобы колесо зацепило. Давай. Еще. Вот, заходит. Давай. Заходит, заходит. Отлично, давай. А! Руслан, ну сильнее пхай ее, убрись машину. Понял, так ладно. Да тут просто это колесо ближе всего на земле, ну, на зацепе. Так. Не надо, чтобы она зацепилась. А ну давай, сейчас. А ну? Давай, давай, давай. Неожиданно помощь появилась. Нормально идут. А вы нам воды, чтобы мы всплыли, типа, или что? Да, ну, мало воды! Сейчас подтянут. Все, чуть-чуть тут надо было. Нива на свободе. Сейчас и тебя подтянут. Стаскивает. У вас даже не шевелится, прилип. Пока отъезжает дальше. Патрол едет к нам, да? А мне ничего не мая. Давай, слышишь, давай кору тогда прицепим и за кору, за раму. Кору за раму. Так, патрул еще дальше отъехал. Зацепили покрепче. Пошел. Да, засосало жестко, да? Да еще ж заглох не заводится. Но с утра саперской лопаткой постучали, все завелось и начало работать. И целый день работало. Так что сейчас, я думаю, постучим. Из инструмента только саперская лопатка есть. Я думаю, сейчас заработает. Машина надежная, проверенная.
смеркалось. Ну, так с трудом получилось, но достали.